Здравствуйте, друзья! Меня зовут Деменков Юрий. Сейчас я расскажу вам возможность, как надежно вложить деньги под высокие проценты от 20 до 50% годовых. Надежно! Смотрите это видео, и в конце вы узнаете страшный секрет банкиров, который они хранят. Сейчас заканчиваются сроки вкладов под высокие проценты. Год назад это были очень высокие проценты, 14-16% годовых. Многие из моих знакомых открыли такие вклады. И сейчас срок их действия заканчивается. Таких условий уже не найти. А за это время ключевая ставка упала с 19% до 10%. И вместе с ней опустились проценты по вкладам. Так какой же банк выбрать? Кроме того, вы знаете, что за последний год очень много банков просто закрылись. У них отобрали лицензии. Это были ненадежные банки. Поэтому надежность банка тоже очень важна. И если сначала страхование вкладов работало прекрасно, то есть вы не теряли ничего, то сейчас почему-то я слышу все чаще и чаще, что банки ведут какую-то двойную бухгалтерию, что есть какие-то забалансовые счета. И даже банки, которые работают в системе страхования вкладов, вкладчики получают не все, а только часть. Вот так. Поэтому надежность банка тоже очень важна. Как же выбрать надежный банк и сделать очень надежное вложение? Открываю первую фишку. Таких банков всего 10. Они определяются ежегодно Центробанком. Список. Этот список называется «Системно значимые банки». Прямо сейчас вы можете в строке поиска набрать «Системно значимые банки 2016». То есть каждый год он определяется, этот список. И вам выдаст вот такой список Центробанка системно значимых банков. Их всего 10, ну потому что по закону так определено, по закону Центробанка. 10 системно значимых банков. Вот они, вы их видите. Почему эти банки системно значимые? Потому что от них зависит существование самого государства. Они не могут рухнуть ни при каких обстоятельствах. Вы видите, это Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк, Газпромбанк, финансовая корпорация открытия, Юникредит, Райффайзен, Промсвязьбанк, Альфа-банк и Росбанк. От них зависит существование государства. А сейчас я открою вам еще один страшный секрет. Хотите знать, что делают банки с деньгами вкладчиков? Давайте проследим за этим. У каждого крупного банка в штате есть специалисты, которые занимаются тем, что ищут направление инвестирования, куда наиболее выгодно вложить деньги. И самые крупные компании, естественно, имеют в штате самых лучших специалистов. Они имеют возможность такое набрать. И именно эти специалисты обеспечивают банку вложения с доходностью от 20 до 50% годовых. Например, Сбербанк в свое время просто купил успешную компанию «Тройка Диалог». И сейчас эта компания принадлежит Сбербанку и работает исключительно на Сбербанк. Возможно, вы также слышали о деньгах Шувалова. Что Шувалов, там скандал какой-то, купил целый этаж в элитном здании на Котельнической набережной. Это не совсем так. Целый этаж на Котельнической набережной скупила управляющая компания, которая управляет деньгами. И в эту компанию управляющую вложил деньги Шувалов. То есть они, специалисты, определили, что вот это вот будет лучшее вложение, и оно принесет, естественно, намного больше, чем депозит. Но какая это управляющая компания? Как выбрать управляющую компанию вот из списка самых надежных? Дальше информацию я уже не могу говорить в открытом доступе. В открытом доступе не могу. Но вот тут вы видите ссылку. Нажмите на нее. Если вы смотрите на компьютере, вы можете нажать прямо на ссылку. Если вы смотрите на телефоне, там в комментарии под этим видео будет ссылка. Нажмите на нее, и я расскажу, что это за управляющая компания. То есть только по ссылке это видео. Что это за управляющая компания? Как открыть в ней счет, как разместить деньги, как получать от 20 до 50% годовых
а не те жалкие проценты, которые, ну, не больше 8, там, 8-9% сейчас обещают, а тут от 20 до 50. Самые надежные банки размещают там. Вот именно из списка самых надежных, вот из этого списка, который я привел, все там. Нажимайте на ссылку, переходите и смотрите следующее видео. Там все это будет рассказано. А на сегодня все. Я пока больше ничего не могу сказать. Пока.